Всех приветствую, на канале, с вами Аркадий, и сегодня я продолжаю играть в игру под названием Minecraft Story Mode, эпизод 1, сезон 1 и эпизод 5. Что ж, мы с вами спасли жителей всего города от этого болвана и его команды, главное, что они нас больше пока не побеспокоят, хотя отношения мы с ними реально хорошенько испортили. Да мне пофиг, он это заслужил, как там, Элвин или как там, ну, пофиг, он болван и балбес и бревно. Тремя такими словами можно описать такого человека. Так что давайте-ка, пойдем-ка далее. А, блин, это неожиданно. Опа. Это порталы. Ё-моё. А теперь нам нужно возвращаться. Как я понимаю. Я не дозавершил 5-й эпизод, совсем чуть-чуть. Но тогда очень было много времени. Ладно. Понятно, понятно. Нам нужен уже 6-й эпизод. Мы титры не будем смотреть. Про небесный город уже понятно. Это вообще замечательный город. Вот начало 6-го эпизода. У нас еще 3 эпизода осталось. Это свет. Это заклинание наложила очень древняя группа строителей. Она была еще до Ордена Камня. Вот какая она. Древняя. Жух. Вот он, болван. Забрал наши. Блин, не показали. А! Щат быстро. Ладно. Я думаю, хорошая предыстория будет с городом и так далее. Ну ладно, наверное, это не так уж сильно влияет. Так. Это у нас болото. Это у нас кладбище. Ну сразу видно. И куда же мы попали на этот раз? Что-то припоминаю, конечно, но это было давно, я уже не помню. Так, ну что, я вижу траву, лес, повсюду много земли. Пока вроде все неплохо. Две луны. Ага. Итак, вердикт. Это точно не наш мир. Ты мне должен две железки, Лукас. Плати. Все закислится, Зитазия. Что мы здесь не встретили, в итоге все будет хорошо. Да, хорошо бы. Я просто... Просто я волнуюсь за Акселя и Оливию. Что? Почему? Ну, если они пришли за нами к храму древних строителей и вошли в портал... Ты попали в небесный город, где сейчас полно чудовищ. Это больше, чем то, что мы начинаем. Нет, вряд ли они пошли за нами. У них и в городе забот хватало. Когда мы вернемся домой, они будут жутко завидовать, что пропустили все. Но лично я голосую за то, чтобы мы пока не спешили уходить. Кто знает, какие сокровища ждут нас в этом новом мире. Кроме того, если только тут порталы не маскируются под нагробие, то я ни одного здесь не вижу. А я что-то вижу. Ребята, вы видите вон ту штуку? Ага, что это, интересно? Давайте посмотрим. Так, ладно. Подойти ближе и изучить книгу. Да ладно, то есть... Я просто нажимаю кнопку вперед. Ну, блин, геймплей вообще отличный. Ну, логично взять. То сказано, приглашение. А потом почитайте немедленно. Вопрос жизни и смерти. Приветствую вас, спутник. Да, вроде все верно. Читай дальше, Десси. Мы тебя просто хуем. Я приглашаю вас в свое скромное поместье, где искатель приключений ждет ужин и празднество. Это странно. Да, странно, да? Эй! Давай, уходи отсюда. Бросай сюда. Давай, хоп. Да. Сейчас мы сразим всех зомби. Айва, Петра, поможешь? Ты же умеешь читать, да?
Погоди, погоди, сейчас найду. Откуда продолжать? Есть. Идите по тропинке и придете в мой дом на холме. Пожалуйста, берегите зомби. Искренне ваш хозяин. Какое мое приглашение? Идем, здесь есть дорога. Должен сказать, мне еще не приходилось видеть столько зомби одновременно. Думаешь, этому хозяину можно доверять, Джесси? Очень надеюсь, хотелось бы немного отдохнуть от зомби. Ого, особнячок. Я рискну сказать, вот место, которое мы искать. Давайте на перегонки. Да, нет, гонки это уже не для меня, коленки, знаете ли, подводят. Надеюсь, атака у тебя разыгрался птиц, Петр, потому что сейчас ты за мной пыль будешь глотать. Громкие слова, Джесси. Вперед, вперед, Айвар. Айвар, давай не отставай. Коленки коленками, но жизнь дороже. О, начало. Так, надеюсь, не будет. Не нужно будет нажимать кнопки. Ну, кладбище, кладбище. Очень большое кладбище. И поместье. Что-то напоминает мне что-то с зомбаками. Воу-в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 оу. Айва впереди. Вставай, Айва. Сейчас я тебе, Айва, помогу. Да. Yes. Красавчик. Ну что, Айва, беги. Шаманинг. Бегим, 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 бегим. Нормально. Так. Опа. Плывем, мы плывем по водичке куда-то. Айч. Так, хорошо. Ауч. Хорошо, хорошо, хорошо. Меня не трогайте. Блин. Джефсар. Блин, дважды попустил Е. Ну что тут на этот раз? Да. Слышите, да? Это звучит почти как водопад. Ай! Чё на этот раз-то? Да, хватаемся за лианы. Отлично. Но водопад-то небольшой. Я просто не успел нажать Ку несколько раз. О. Кажись, мы проглотили пыль от Петра. Угу. О, все. Побежали. Ладно. Опа! Скелеты. Так. Они бьют еще по зомби. Офигенно. Тун-тун-тун. Ура! Жух. Е! Да! Смотрите, какой красавчик! Я могу все! Маневр 66. Ступени! Все, успели. Да. Осталось совсем чуть-чуть. Антонимо и Уэллс. Да, Антонимо, не Антонино. Подумал, что это какие-то итальянцы. Хе-хе, вот так вот. Ладно, ладно, на этот раз повезу за тобой, Джесси. Да. Может, хватит друг друга нахвалять и пойдем уже в особняк, а? Чё-то мне в особняке не нравится.
Да, парадный ход явно не для нас. О, нас... за мной, ребята. Ладно, снова будем бегать и всех мочить. Нет? Так. Что будем творить? Хм. Нормально. Опа. Тыквоголовый. А, я помню, помню. Тыквоголовый. Что-то там происходило в особняке. Там есть группа людей. Что-то сдох. Не знаю, это был какой-то жуткий тип в огне. У него была белая тыква вместо головы. Белая тыква? А, тыквоголовых не бывает. Спорить о ботанике будем, когда внутрь зайдем. Так. Отлично, сзади вообще двери нет. И как нам попасть внутрь? Вот здесь, мы можем построить подъем и попасть внутрь. Друзья, то есть деревья, мы будем рубить эти деревья. Хорошая мысль. Все. Делаем. Отлично. И мой инвентарь полон деревянных блоков. Эй, никогда не знаешь, когда это может пригодиться. Особенно палочки, верстак. Похоже на кухню или что-то в этом роде. Так, разбей окно и давай залезем внутрь. Давай. Надеюсь, хотя не остается, что мы разбили окно. Уверена, он нас великодушно простит. Ну да, он, надеюсь, не будет против. Опа. Кухонка-то работает, значит, кто-то живет. Ого, вот это кухня. Док, ты же не знаешь, что мне плевать, что ты ее взял. А я тебе последний раз говорю, сразу, не брал я твою дурацкую штуку. Слушай, давай не начинать, а просто... И просто... Что за... Привет. А, я очень сверху. Вы являетесь сейчас знает когда, и а мы тут должны сидеть и думать, что вообще происходит. Это же... Ваш дом, да? Потому что мы тут типа несколько часов ждем. Это глупо. Успокойся, так, док. Мы не хотели этого, чтобы это не было, извините, мы тут просто прячемся от чертовой пробы зомби. Да, там снаружи уже довольно жарко, если вы не заметили. Да ладно! Так, будь вежливый. Нет, я боюсь, что мы здесь ни при чем. Это Торгдог. Привет. А я капитан Спарклс. Хотя вы, наверное, уже знаете. Капитан Спарклс, это вроде как 9 миллионов фанатов. Вас так зовут, в смысле, на самом деле так зовут? Ну да, а что? Странно, ну ладно, я Джесси, а это Петр, это Лукас, а и Айва. Очарован. Джесси, это имя для девочки. Ну и кто вы такие? Отряд неудачников? Хорошо, Балков. Да это смешно, это Торгдог. Знаешь что, до тебя никто не понимал мой юмор. Ты мне нравишься, лягушонок. Слушайте, извините, но что я вас так налетел. Мы думали, что зайдем, нахапаем, добавим быстренько свалим. Но из-за этих тупых зомби застряли тут с каким-то... неудачниками. Худший день в жизни. Постарайся смотреть на все свету сторону. Подождите, а сколько здесь вообще вас? Считая нас, семеро. Большинство, правда, бесполезные. Вот что я вам скажу. Как только мы разберемся с зомби, я отсюда сваливаю. Так, значит, море зомби — это ненормально. Уже хорошо. Но две луны — обычное дело, верно? Две луны? Да. Вы вообще об этом ничего не знаете? Вы не из города, что ли? Ох, это еще что? Вы слышали? Что происходит? Что происходит? Джесси! Джесси, come here. Сейчас кто-нибудь скажет? У тебя имя, как у девчонки. Ядовитые стрелы. Его не спасти. Торгдог? Бедняга, как ужасно. Да, он, конечно, много задавался, но какая ужасная гибель.
Сиди слева, его вещи, они везде. Как это случилось? Кто? Спарклз, я понимаю, что тебе сейчас легко, но ты должен собраться. Ладно, ладно, это действительно так, видишь? Признаю твою правоту. Отойди назад. Дайте посмотреть, что тут можно выяснить. Стрела. Ребята, это стрела, она какая-то странная. Айвар, ты разбираешься с зельем? Чар и прочая странная штука, что скажешь? Пахнет это... Да, зельем яда? Ох, это отравленная стрела? Ох, я таких слышал, они совсем недавно появились. Скверная штука. Так воздействие столько. Ты уже видел, как их использовать? В такой ловушке? Никогда. Хотя могу поклясться, что совсем недавно видел, как кто-то делал по ним руководство. Но я слишком волнуюсь, и сейчас не вспомню, кто именно. Но если вспомнишь, то скажи. Так. Ну, стрел понятно. Порох, красокаменная пыль, кожаные штаны. Чего и следовало ожидать. Опа, что? Все вещи торговли ссал в люк. Похоже, тут целая система с этим разочком стрел наверху. Но мы же видели эти вещи, у него не было ничего, что стоит. Может, это после того, чтобы избавиться от улик? Эй, у вас все нормально? Ого, а что это за толпа? Я хотел всех собрать, чтобы рассказать одновременно. Ладно. Минуточку, это вы? Я вас узнал. Да? Неужели? Потому что я впервые в жизни. Я вам покажу, за мной. Чё? Ну ладно. О, еще две. Лиззи, привет. Ты видела этих новых? А, они с тобой. Хм. О чем вообще говоришь? Ну что ж, сначала были только портреты тех, кто уже здесь. А потом бац, ваши. О, это неожиданно. Да уж, это точно. Потрясающее большинство. Идеально! Ну, не идеально, конечно. Абсолютно идеально. Хм. Но с картошкой. Кто-то что-то замышляет. Я пока не понимаю, что, но я выясню. Это явно не к добру. Идем, давайте все соберемся в столов. О. Интересно, они уже сказали. Важные новости, здорово. Да, скорее бы. Надеюсь, торг будет. Похоже, что нет. Идем. Надо с этим покончить. Идем в Уинсу. Уинсу, да? Надеюсь. Сейчас, подождите, пауза. Мне нужно менять наушники. Так, я продолжаю, наушники поменял. Так. Позвольте, я вас представлю как положено. Скэсси Роуз и госпожой Таней, вы уже знакомы. Для друзей просто Лиззи. Это Стейси Слейс из Стэппингтон, а это Дэн по прозвищу Алмазная Вагонетка. Когда у тебя поменялся цвет волос? Разве... Забавно. У меня была идея, зачем нас всех сюда пригласили, но ваше появление сбило меня с толку. Их зовут Джесси, Петро, Лукас и Айвар. Так ты говоришь, есть новости? Хорошие? Хорошие новости? Ах да, боюсь, что плохие. Торгдог мертв. Господи, о нет, постой, что? Но ведь Торгдог был так крут, что произошло? Да, боже мой, Спарклз, что-то происходит? Вот что его погубило. Заостренный стрел? Хочешь сказать, что Торгдог попал под чью-то ловушку? Это ужасно! Не могу понять, что Торгдога больше нет. Именно так.
Ну, а что стало с его вещами? Конечно, об этом нельзя было не спросить. А что, вполне уместный вопрос. Как можно шатничать? Его еще попали. Провалились в ту странную дыру в полу. Так что, мы должны проверить тебе на слово? Послушайте, ребята, перед тем, как вещь Тардога затянула в загадочную воронку, я вижу, как Джесси в них копается. Итак, рассматривая нашу ситуацию, я пытаюсь понять, дело было только Тардоги, или за случившимся стоит что-то еще? Да, почему здесь наши портреты? Понятия не имею. За Тардога могу предположить, что дело было только в нем. Хорошо, но зачем нас всех сюда пригласили? Верно, об этом я не думала. Значит, кто-то нас чем-то забрал, в том числе Тардога. Что если мы все в опасности? Дэн прав. Охотиться на нас? Вот что я скажу. Есть одна вещь, которую я верю. Это командная работа. Если будем помогать друг другу, как команда, все будет отлично. Ха, вдохновляюще. Так, держать, ребята. Сообща, можно горы свернуть. Ух ты. Ох, от всех разговоров вас все, у меня в животе это тошно. Стэмпи, пойдем-ка дойдем. Мне надо с тобой кое-что поговорить. Лиззи. Чем больше я думаю о Вуду, тем больше мне кажется, что эти люди не хотят, чтобы мы что-то узнали. Кто-то должен знать, что здесь происходит. Да. Полагаю, поговорить с каждым и заручиться их доверием. Да, удачи. Приступим к расследованию. Давай. Итак, первое, что поговорим, сначала наши друзья. Эй, ребят, подождите, как дела? Да, удалось узнать, почему Тардог это самое? Ребят, у вас есть идея, о чем можно будет дело? Ну, пока что ничего конкретно, но у Лиззи и Дэна такой вид, будто они что-то скрывают. Согласен. Я разрабатываю версию, согласно которой в деле замешан Спаклз. Но все же нельзя не признавать, что он слишком мил для этого. Это верно. Отличная подсказка, Лукас. Спасибо. Так. Хочу сперва поговорить с вами и узнать, как ваши дела? Мы в порядке. Да, по большей части. Немного жутковато из всей этой ситуации, а в остальном все в порядке. Спасибо, что интересуешься. Так. Тут явно происходит что-то очень странное. У меня очень нехорошее ощущение. Да, у меня тоже. Тебе следует расспрашивать дальше, что-нибудь да удастся выяснить. Буду дальше расспрашивать всех о Тардоге. Удачи. Да, успехов в расследовании. Хорошо. Так. Кэсси и Спарклз. Давайте поговорим с вами. Привет, Спарклз и Кэсси Роуз, верно? Так, привет, это я. Привет, Джесси. О, Уинслоу тоже говорит привет. Вы не против, я задам несколько вопросов? Давай, что за вопросы? Есть идеи, зачем кому-то убивать так долго? О, боже, ох, он был малость раздражительный, знаешь? Об этом тебе лучше расспросить кого-нибудь еще. Мы с ним не были близко знакомы. Ты знаешь, как говорится о мертвых, хорошо и ничего, но тебе ведь пришлось с ним пообщаться. Раздражительный — это не то слово. Если бы расстроена из его вещей. Все, тебе не понравилось, что кое-кто интересовался вещами так долго? Да, правда? Да, именно так. Почему? Ну, это было так грубо, что ли? Только что-то такое случилось, а я интересовал только, что у него был в карманах. Я просто разозлилась, наверное. Что за отношения? У Лиззи были сложные отношения с Тардогом, верно? Можешь что-нибудь рассказать об этом? Прости, я в такие дела не вмешиваюсь. Тем более сейчас, когда Тардог... Ну, ты знаешь. Но ведь странно, не так ли? У них явно была какая-то причина для ссоры. Не то, чтобы им не хотелось доставать грязное белье и все такое. Спарклз, Кэсси, Уинслоу, спасибо, что потратили на меня время. Ни за что. Да, конечно, были рады. Вы что-нибудь выучить? Похоже, что у этой компании целая куча секретов друг от друга. Ладно, я там что-то... Подожди, короче.
Хорошо, продолжим. Так, у нас тут еще две компашки. Может, так что-нибудь есть? Не? Ладно. Stumpy Cat и Stacy Place, блин. Ну? Не-не-не. Дэн и Лиззи. Hey there, Dan. Эй, Дэн. Лиззи. О, привет. Hello. Привет. Если не против, я хочу задать пару вопросов о том, что случилось с Старкдогом. Да, продолжай. Похоже, кое-кто очень интересовал вещи Старкдога. Как ты думаешь, почему? Такой искатель-пугачей, человек, как он, мог иметь по себе самые разные клевые штучки. Ага. Ловушка явно предназначалась именно для Старкдога. Почему для него? Да, он хвастался, что раздобыл какую-то редкую вещь. Никому ее не показывал, конечно. В этом весь Старкдог. Так, значит, эта редкая вещь, которая со словом Старкдога была у него... Можешь мне рассказать о ней? Мы точно не знаем. Да, извини. Ладно. Лиззи, мне кажется, ты не принадлежишь к числу больших фанатов Старкдога. В чем дело? Ну, хватит уже. Вы же с ним успели познакомиться, так? Его никто не любил. Просто я единственный, кто готов в этом сознаться. Ну да, надо признать, он был не самой приятной персоной. Тогда пока что хватит. Спасибо. Что выяснилось? Все довольно запутано. Но кажется, Старкдог утверждал, что у него какая-то редкая вещь. Я не видел среди вещей ничего похожего. Да, что-то тут сводится. Так, это слишком волнуется, и у нее был мотив убить его. Вот это вообще ни при чем. Кажется, он вообще какой-то лишний парень. Вот она что-то таит. И, то есть, или они вместе какую-то редкую вещь прописали. Редкая вещь. Но не нужно отрицать, что ее не было. Хорошо. Stumpy Cat и Stacy Place. Хорошо. Эй, ребята, Stumpy и Стейси, верно? О, привет. Привет, Джесси. Что такое? Я понимаю, что сейчас у всех глава кукол, но у меня есть несколько вопросов. Да, правда? А что? Стейси, ты, похоже, очень часовалась вещами Старкдога. В чем там было дело? Видишь ли, Старкдог был известный воришка. Мне было интересно, что он наворвал. Вот и все. Стоит мне, что Лиззи с Старкдогом были на ножах. Ты знаешь что-нибудь об этом? А, я об этом. Стыд и позор, стыд и позор. Он ломился к ней в дом и украл целую кучу вещей. Она была очень расстроена. Не говори. Есть кто-то, кто бы мог хотеть, чтобы с Старкдогом случилось что-нибудь плохое? Что ж, лично у меня с ним никогда не было никаких проблем. Но у других бывали? Да, немало, в общем-то. Не знаю, в курсе это или нет, но он был тот еще Гриффин. Да, и вор. Вор, значит, интересно. Спасибо, подруги, вы меня посетили. Подруги? Не за что. Да, не за что. Стейси, ступи, рассказай что-нибудь полезное? Stumpy Cat. Да-да-да. Так, выяснил что-нибудь? По-видимому, Старкдог был известен как вор. Вор, говоришь? Это может не иметь отношение к делу, как ты считаешь? Действительно. Итак, Старкдог был вором, и, видимо, у него было весьма что-то редкое, но кажется, будто в мозаике все еще чего-то не хватает фрагмента. Что было это что-то редкое? Мне никто не говорит. Я думаю, могу понять ситуацию немного света. Теперь у меня разыгрывается любопытство. Почему эта вещь окружает такими тайнами? В чем дело в конце концов? Есть один храм, в самой что ни на есть глухомане. Кто его построил, неизвестно. Но он там был, просто был всегда. Много сотен лет люди пытались разыскать его, поскольку в подвале храма, как говорили, было спрятано вот это самое сокровище. На вид это обычный кремень кристалла, но на самом деле это вещь потрясающе редкая. На нее наложено заклятие и... она может открывать портал в другие миры. Инна, постой, что? Ты знаешь о заклятом кремне? Вообще-то у меня есть такая штука. Правда? Да-да, даже просто... Нельзя просто так достать.
Ладно, знаешь, у меня было предложение, почему вы здесь оказались, и кажется, оно только что было доказано. Че? Послушайте, послушайте. Мы все тут сходили с ума, гадая, почему мы оказались здесь и почему погиб Тардок. А Джесси тем временем удалось... обнаружить очень важную улику. А что, правда? Тот, кто убил Тардока, пригласил нас сюда. Ему нужен клятый кремний кристалл. Спарклс? О, нет! Кто? Паника, паника, я его что вижу? Приветствую вас, искатель приключений. Я тыквоголовый. Да. Я думаю, из вас находится заказчик, который я сейчас запущить. И не успокоюсь, пока не получу его. Даже если придется прибегнуть к убийце. Тыквоголовый, я слишком хорошо собою. Спарклза убили. Спарклза убили. Ого, держись, держись! Кошмар! Ужас! Кто это был? А так в головах не бывает. Скажи это тем, что тут повсюду висят. Мне это не нравится. Мне это очень нравится. Я был убит давно, когда мы только сюда попали. Хочешь сказать, он все время был тут? Так, все, я делаю осю ноги. Угу. Кошка побежала за ней, хорошо. Званый ужин не задался. Ого, нет! Звук мне не нравится. Да. Закройте двери, заприте двери. Ну-ну-ну, рычаг, рычаг. Ой, блин. Давай, быстрей. Игру случайно свернул, блин. Ё-моё, иди ко мне, Уинслу. Не бойся. Так что мы здесь застряли, а раз мы здесь застряли, мы обречены. Кажется, Спаркл говорил что-то насчет кремния кристалла. Ой, прошу тебя, не начинай опять об этом. Очевидно, что Тардок это вещь не крал. Хорошо, а кто же тогда? Джесси? Опа. Наверное, теперь моя очередь. Не беспокойся, Ава, я буду тебя защищать. Спасибо, Джесси. Надеюсь, ты куколова не окажется выше наших общих возможностей. Но не сомневаюсь, что всему, что делает ты куколова, есть вполне логичное объяснение. Я вот что хочу сказать, тут сплошные ловушки, так? Тардок ловушка, Спарклс ловушка. Да, значит, надо понять, что заставляет эти ловушки срабатывать. Походу, мы будем искать ловушки? Ну что же, я займусь обследованием столовой. Здорово. Этих я пока что оставляю в зале, чтобы они все были у нас на виду. Отличная идея. Не хочу, чтобы они топтались по месту преступления. Я с тобой, Джесси. Тут вряд ли безопасно ходить в одиночку. Ладно, люди, расходитесь. Это место преступления. Как же ты это делаешь, тыквоголовый? Так, ладненько, ребятушки. Давайте-ка продолжим следующей части. Я считаю, что слишком много времени пройдет, пока мы все вот это обследуем. Много-много. А я не хочу затягивать серии. 30-40 минут нормально. Так что давайте-ка именно на этом закончим. С вами был Аркадий. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. До скорой встречи.